Команда из Темрюка готовится к игре. 6 лет назад Олега пригласил в команду товарищ. Затянуло. Предложение поиграть в Анапе приняли с интересом. Мы играем в основном всегда между собой, а тут что-то новое, поэтому будет интересно. Также в турнире приняла участие команда из Геленджика. Такой формат способствует развитию межмуниципальных связей. Я хочу поблагодарить всех вас за то, что вы сегодня, несмотря на что, занимаетесь спортом. Вы молодцы. Вы сегодня надежда нашей России. Я хочу поблагодарить и поздравить вас с открытием этого турнира. Кирилл занимается в спортивной школе Олимпийского резерва. Футбол для него больше, чем увлечение. Планирует стать детским тренером. Его амплуа на поле – защитник. Как говорит он сам, не жесткий, а скорее техничный. Настрой на соревнования – боевой. С позитивом оторваться по полной. Разнообразие, много команд, большая игра. На кубки, медали, грамоты. Всего в 4-м турнире приняли участие 11 команд в 2 возрастных группах – от 14 до 18 и от 18 до 25 лет. Организаторы первенства – Совет молодых депутатов города-курорта. Цель и задача – привлечение максимального количества детей в любые виды спорта, убрать детей с улиц, чтобы они были за здоровый образ жизни. Ввиду того, что нам необходимо здоровое наше будущее поколение. В старшей возрастной группе 2-е место у команды Гастагаевского сельского округа. 3-е у Олимпа из Анапы. Среди юношей на 2-м месте сборная Гастагаевского сельского округа. Команда из Анапского сельского округа в напряженном матче вырвала 3-е место у гостей из Геленджика. Абсолютным победителем стала команда из хутора «Рассвет», завоевав 1-е места сразу в 2 возрастных категориях. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.